Галина, как тебе моя новая мясорубка? Восхитительно. Я что, и морковку может? Абсолютно верно. Может все. Уважаемые телезрители, мы рады приветствовать вас на нашей кухне и представляем вашему вниманию вот такую великолепную мясорубку электрическую от компании Ирит. Цена только сегодня 1990 рублей. Такая невероятная цена за такую качественную. Мясорубка будет действовать только в течение сегодняшнего дня. Ну-ка, попробуй. С удовольствием. Посмотри. Как видишь, с морковкой тоже легко справляется. Это вообще очень мощная мясорубка. 600 ватт. Представляешь себе, какая мощность? Я вижу, что она очень мощная, восхитительная вещь. И, кроме того, я хотела бы обратить внимание на то, что она очень легкая, с одной стороны. Во-вторых, ее очень легко поставить на стол. Ты же знаешь, как мы ставим обычные, да, ручные эти мясорубки? Мы их прикручиваем к столу очень долго. Это была вообще просто проблема моего детства, прикрутить мясорубку да, к столу. Да, кстати, 4 присоски, очень надежное крепление. Она очень надежно крепится. Ну, а рабочая часть ее, в принципе, такая же, как мы привыкли к обычной классической мясорубке. Вот основание. Да, оставляем. Давай покажем, как пользоваться. Удивительный. Как собирается наша мясорубка. Шнек, нож. Решетка и закручиваем, как обычно. Да, уважаемые телезрители, хотим обратить ваше внимание, что в комплект входят 3 металлические решетки разным диаметром дырочек. Посмотрите, вот такая мелкая, крупная и ту, которую использовала Галина, средняя. Покажи, то есть, Галина. Классическая абсолютно. Классический вариант. Вот мелкую я использую для диетических котлет. Угу. Крупную, когда делаю манты. Ну, а этот вариант, это классический, практически всегда. Я хотела бы обратить ваше внимание на то, как она прекрасно, легко и свободно вставляется в электрическую часть. Все легко крепится при помощи вот такого вот винта, посмотрите. И закручивается. Здорово. И главное, мне нравится сверху вот эта часть, на которой складывается мясо, то есть ничего не пачкается и ничего вокруг не улетит. Это то есть оно здесь уникальный и легко контейнер. Входит в эту трубу. Удивительный прибор, удивительная цена. Торопитесь приобрести мясорубку от компании Ирит. Ведь цена только сегодня 1990 рублей. Уже завтра она будет стоить на 500 рублей дороже. Экономьте с телеканалом Shop & Show. А я хочу продолжить, мне прям нравится этот процесс. Подожди, я тебя хотела спросить. Вот про проталкиватель я все поняла. Да, это что вот это такое за пластмассовые части? Я чуть не очень Галина, понимаю. Уважаемый телезритель, это уникальная насадка. Знаете, для чего она нужна? Для того, чтобы вы в домашних условиях сами смогли приготовить домашние колбаски. Посмотрите, какая красота у нас получилась. Здорово. Вот это мы сделали буквально за 5 минут. Килограмм домашних колбасок. В магазине она стоит бешеных денег. А я вот смотрю, думаю, что это за странная такая конструкция. А если ты знаешь про колбаски, только я не понимаю, откуда. Ну как откуда? Есть же инструкция. Если вдруг вы что-то забыли или не можете разобраться, хотя здесь я считаю, что элементарно и просто, вот такая инструкция входит в комплект. Здесь все подробно написано, как пользоваться нашей мясорубкой. Ты умеешь их готовить, да? Попробуем это сделать сейчас, потому что этот процесс очень-очень меня интригует. Мне интересно, как у нас получится. Ты хочешь сделать колбаски? Я хочу сделать колбаски. Для этого вначале мы должны докрутить наш весь фарш. Это, как мы уже убедились, сделать легко и просто. Включаем. Здорово. И давайте я сразу расскажу вам, что пользоваться ей легко и просто, потому что здесь есть вот такая кнопка. Включаем. Выключаем, и еще здесь есть реверс. Галин, ты знаешь, для чего нужен реверс? Ну, я даже этого слова не знаю. Ну, мы нажимаем эту кнопку, а в обратном направлении винт действует, фарш прокручивается в другом направлении. Я всегда его использую, знаешь, когда уже я заканчиваю делать котлеты, и чтобы немножко фарша остается, жалко его выбрасывать, я прокручиваю назад, вот так. Оп. А потом опять вперед. Смотри. Видишь, выходит все фарш. Удивительно. Оказывается, вещь, сколько фарша еще было у нас. Потрясающе. Ну, в общем, в принципе, я уже посолила и перца добавила. И думаю, что, в принципе, все это же перекрутится, да, когда мы будем дальше крутить его для колбасок. Да, берем фарш, уже готовый фарш. Мы использовали крупную насадку. Мы хотим сделать наши колбаски из рубленого фарша. Закладываем в наш резервуар, очень удобный. Установили мы насадку для приготовления колбасок. И посмотрите, что мы здесь натянули. Это натуральная оболочка. Котлеты натуральные, с морковкой, я их очень люблю. Ну, конечно, должна быть натуральная оболочка. Приступаем к действиям. Я хочу тоже что-то делать, давай я буду пропихивать фарш. Давай, я тебе помогу. Вот, смотри, все пошло.
Я думаю, что все, пора Посмотрите, уважаемые зрители, какая красота у нас получилась. Нам осталось просто завязать узелок, утрамбовываем. Вот так, посмотрите, продавливаем, все. За этого я так вот закручиваю ее обычно. Слушай, это фантастическая история совершенно с колбасками. То есть не просто обыкновенный классический фарш, но еще и возможность сделать колбасу своими собственными руками на своей собственной домашней кухне. Это действительно уникальная мясорубка. Да, вы посмотрите, вот мы сделали такие колбаски, еще раз повторю, за 5 минут вот целый килограмм. Мы не знаем, что покупаем в магазине, что туда добавляют фарш, красители, боже мой, даже страшно подумать. Лучше не вдаваться в эти подробности, давай лучше еще раз расскажем о том, что у нас в руках, и мы сегодня продаем изумительную мясорубку электрическую с реверсом, то есть возможностью вернуть все, что у нас не так замоталось, назад, и повторить этот процесс максимально эффективно, легкую, с тремя насадками, вот такие вот дырочки, диаметры разные бывают, мелкая для диетических котлет, например, крупная, ей пользуюсь, когда делаю манты, стандартную, которую мы вам уже продемонстрировали, говорили, покажи, пожалуйста, нашим телезрителям, вон стандартная. Стандартная, лежит. И самое главное, которое меня вообще совершенно потрясла, это насадка для приготовления сосисок в домашних условиях. Да, дорогие телезрители, уникальная мясорубка от компании Ирит. Цена только сегодня 1990 рублей. Невероятная цена будет действовать только в течение сегодняшнего дня. Спешите, звоните. Завтра такая мясорубка будет стоить на 500 рублей дороже. Уважаемые телезрители, станьте счастливыми обладателями такой замечательной мясорубки. И, конечно, заходите на наш сайт shopandshow.ru. Там вы найдете не только вот эту уникальную мясорубку, но и различные товары, миллионы различных товаров, которые вам понравятся не только по своей цене, потому что уникальные цены предлагает телеканал Shop and Show. Ну и по качеству и легкости их использования. Мы желаем вам вкусной, легкой и здоровой пищи. До свидания. Приятного аппетита!